Да смотри, Даша, вот туда в камеру. Давай помашем ручкой и поздороваемся. Здравствуйте, ребята! Вы смотрите канал «Играем вместе с Дашей». Смотрите нас и подписывайтесь. Мы будем показывать много интересного видео. Сейчас мы хотим показать вам небольшие игрушки, которые у нас есть. Есть вот стульчик. Есть столик. Есть еще стульчик. Здесь можно играть на пианино. Есть семья Кити, есть Мишка. Ой, Мишка упал. У Миш с Мишкой живет еще хомячок и Нолик. Наверное, Нолик. Вот. Есть еще столик со стульчиком. Вот так вот. Есть еще друг Нолика. Не знаю, как его зовут. Наверное, знает Даша. Да, это он. Хорошо. Вот, Машу мы пока уберем. Это у нас тут есть всякие автоматы разные, интересные. Вот такие. Вот, есть еще вот такой зеркалька. Вот, есть еще зеркальце, где можно ставить стульчик. И, допустим, мы сюда поставим Кити, она будет приводить на воду. Это папа свин идет в гости к Даше. Идет. Привет, Даша. А тут, оказывается, Даши нет, есть Джордж. Джордж, как у тебя дела? Моя. Чем ты сегодня занимался целый день? Джордж, почему ты молчишь? Чем занимался целый день? Ты сегодня кушал на завтрак? Да. А что же ты кушала? Кушала чакача. Да? Ничего себе. А в обед ты спала? Да. Да. Давай на перегонки. Кто быстрее? Моя! Николая! Морозом гонять. Они все оба заводятся. Сейчас будет кто быстрее. Дед Мороз победил! Ну, Даша, рассказывай нам, что ты нам хочешь показать. Кому тут показать? Ну, давай, показывай. Что, какие у тебя есть игрушки? Папа, Сим, ты сядешь? А вот сюда показывай. Это такой тварь. Это кто у тебя? Джордж. Это Джордж, да? Да. Вот. А где у тебя папа свин? Ач. О, это у тебя папа свин. А что у тебя там еще есть? Есть машинка Джорджа? Да. Какие у тебя есть еще игрушки? Показывай нам. Мы же хотим знать, какие у тебя еще есть игрушки. Джордж садится в машинку и едет, да? Нет, еще маленький. Джордж еще маленький? А кто же будет ехать за рулем? А у тебя еще есть Нолик и хомячок. Они что делают? Вот, смотри, вот хомячок, я вижу, есть. Вот, а вот есть Нолик, где-то тут у тебя лежит. Чего ты его не показываешь? Нет. Вот, есть. Да? Да. Ну, так показывай нам, же все интересно. Рассказывай. Они дружат между собой? Да? Они дружат? Да. А с кем он дружит? Да, дружит. А с кем дружит? С кем он может дружить? Кто у него друг из твоих игрушек? Самый лучший. Дедушка. Да, дедушка? Да. А где дедушка? У тебя там нету дедушки. Да, нет. А Дед Мороз у тебя там есть? Да, есть. Покажи нам Мороза. Папа. Вот Мороз. Вот он. Шапочка есть. Шапочка есть, все есть, да? Шапочек. Да, это очень интересно. А что у тебя там еще есть? Очень много. Смотри, столько игрушек у тебя там интересных много. Прям много-много. Ну давай, рассказывай нам. Платик.
Котик у тебя есть. А ну поставь котика, и мы сейчас покажем ребятам, какой у тебя котик. Чтоб я его видел, поставь. Ой. Да, давай, показывай, показывай. Где у тебя котик будет стоять? Нет. Вот здесь, да? Да, мой котик в пенине. Да, не получается? Ой, все, вот он котик. Упал! На, ну давай еще его ставь. Он будет играть на пианино? Да. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Пять. Вот, котик вот так играет. Кто там еще у тебя есть? Кто-то будет ехать на машинке? Да. Кто это? Это... Кто это такой? Даша? Джордж. Это Джордж? Да. А кто у него сестра? А? Кто у Джорджа сестра? Я что-то. А? Я что-то. Ничего себе. А как зовут их маму? Вот. Это мама? Я. Нет. Она меня показала. А, она нам показала маму настоящую. Нет, так это же твоя мама. Это ж не, у нас еще нету братика. Братика Джордж. Это мама сейчас так сидит? Да. Понятно. Ну вот показывай нам, что у тебя там еще есть за игрушки. Расскажи нам, нам интересно. Я зайка. Зайка есть? Да. Что за зайка? Давай показывай нам зайку. Собака. Собака? Ну покажи. Что за собака? А как ее зовут? Собака. Это не собака. Это не собака, Даша. Это олененок. Это Олежка. Нет. Да, это олененок. У него даже есть колесики. Видишь, он, наверное, заводится, да? Да, вот. Ну, давай, заводи. И пошли. И может ехать? Да. Ну, нам там не видно. Мы в следующий раз посмотрим. Что у тебя еще есть за игрушки? А ежик? Покажи, какой у тебя красивый, яркий ежик. А вот. Мальчик, да? Это мальчик. Как его зовут? Мальчик. Его зовут мальчик? Ты что, не смотришь мультик Фиксики? Да. Почему? А какие ты любишь мультики больше всего? Расскажи нам. Нолик, я люблю. Самый любимый мультик какой? Какой ты больше всего смотришь мультик в Ютубе? Да есть Синю. А мне кажется, ты все время смотришь Свинку Пеппу. Да. Смотришь? Синю. А кого там показывают в Свинке Пеппе? Собака. А, вон собака. Где? А, вон собачка. Это у тебя на обоях собачка тут есть. Да, есть такая. А что еще у тебя есть на... Покажи, что... Гикали. Гав. Гав? Че это гав? Сам собачка гавкает на тебя? А это кто там сидит еще? Бабочка. Бабочка. Ничего себе, как ты все знаешь. Как она делает, покажи. И... Садись, папа. Спасибо. Подходитесь, папа. Я сажусь сюда, и мы будем с тобой строить небольшой маленький домик. Да. Так, нам надо построить красивый дом, чтобы туда могли поместиться наши друзья. Делаем вот так. Сейчас потом поедет. Вот так. Вот. О, вот здесь вот будет, смотри, Джордж, пока он будет тут сидеть. Так как он еще... Не сильно может пока ходить. Джордж. Джордж, да. Так, вот так, смотри. Теперь мы сделаем вот так. Ой, летёчек. Потом мы сделаем как бы нам сделать. Потом мы сделаем вот так. Вот так. Построим дом. Маленький, красивый дом. Так, стой. Вот так. Вот, смотри, какой у нас будет хороший дом. А теперь мы прицепим сюда еще и крышу. Ну, чтобы Джорджу было тепло, правильно? Да. Вот. Побольше. Теперь будет крыша. Вот такая. Вот такая. А это что? Это вообще непонятно что. Ну, тоже пусть будет. Это будет у нас... Такой футуристический новый непонятный дом. Интересный. И вот так. Ой, а как же мы туда будем заходить?
А заходить мы будем вот так. Здравствуй. У меня есть хороший дом. Я спрятался, вот смотрите, под крышу. И взял с собой еще одного друга. У нас возле дома есть Дед Мороз. Есть какой-то непонятный шкаф, который Даша уже сломала. Живет хомяк, который нас охраняет. Здесь еще живут два Кити, муж и жена. Опа, крышу снимаем и туда раз, десант закидываем. Опа. Нет. Все, о, смотри, даже голова торчит. Все, о, так это самолет получился теперь, а не дом. Да, смотри, какой самолет. Крылья тут есть. Тут вот есть такая вот крыша. И получился, тут Дед Мороз будет тащить его. И вот так вот они будут ехать. Нет, почему? А, у нас же есть тягач-грузовик. Вот, смотри. Дом на колесах. Дом на колесах мы построили, Даша. Нет, нет, нет. А что мы построили? Маленький дом. О, да, вот он там сидит и живет. А здесь, а кто вот тут вот? А здесь будут Кити, да, с бабочкой какой-то под крышей сидеть. У них есть холодильник, но он немножко не помещается туда. Вот еще. А это кто такой? Это как его зовут, Даша? Он уже не горит? Да, как его зовут? Чудик. Как? Это как? Чудик? Да. Нет, это Чудик. Все. Папочка, нет. Ну давай. Блин. Ну давай, рассказывай, что там еще есть. Давай, строй маленький дом. А для кого ты строишь домик? Вот. Для кого? Что, они там еще не приехали? Так. Вот так. И кто же там у тебя будет жить? В этом домике? А? Вот тут. Кто? А кто жить там будет? Никто жить будет. Никто не будет жить? Джордж будет жить. А, Джордж будет жить? Че? Ничего себе. Ну давай посмотрим, что же ты там сделаешь. У тебя там вон Маша, смотрю, валяется. Да? А вот яичко. Да. А Вадик. А Вадик. За вспышки глаза у Даши красные. Дед. Глаза красные. Какая? А ну испугай меня. А я не боюсь. Еще пугай. А как тебя зовут? Дася. Дася? Сколько тебе годиков? Два. Два? Да. Нормальная футболка. Один. Давай. Десять. 1, 10? А кто это тебя так учил считать? 6, 2. Умничка. Еще котики. 1, 10, 2. Умничка наша. А помаши ручкой. 6, ставьте лайк. Скажи, ставьте лайк. Ставьте лайк. Не так лайк, а вот так лайк. Вот так лайк. Вот так лайк, да. Да. Очень отлично. Ну все, говори всем пока. Мы все... Всем пока, Машин. И скажи, подписывайтесь на наш канал.